Включив PlayStation, вы оказываетесь в центре самых передовых развлечений. Новые блокбастеры, классические хиты, игровые сообщества и видеоролики – все это доступно каждому пользователю PlayStation. Хотите большего? Мы знаем, что вам понравится. PlayStation Plus. Оформив подписку на этот сервис, вы получаете огромное количество бонусов. И это не только приятные мелочи вроде аватарок или обоев для главного меню. Сейчас мы подробнее расскажем обо всех преимуществах. Обладателям PlayStation Plus ежемесячно дарят 6 игр. В марте для PlayStation 4 раздают Galax Z и Broforce. За 5 лет существования PlayStation Plus его подписчикам досталось множество классных подарков. Кровавая фэнтези Dragon Age, Gravity Rush для PlayStation Vita, невероятно красивая Транзистор, шпионский боевик Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes и, наконец, одна из лучших игр всех времен Red Dead Redemption. Кстати, пользователи регулярно голосуют за проекты, которые хотят получить бесплатно. Для подписчиков открыты сетевые возможности любой игры. Destiny, World of Tanks. Можете соревноваться с друзьями, объединяться в кланы и пачками укладывать соперников с другой стороны земного шара. У вас нет подходящей игры? Что же, это не повод для расстройства, ведь у подписчиков есть SharePlay. Отправляем Максу сообщение через PlayStation App и просим о помощи. Эй, Макс, не знаешь, как справиться с викингами? Благодаря этой функции можно приглашать в свою игру друзей, даже если они не приобрели копию этой самой игры. Они, в свою очередь, тоже могут вас пригласить. Очень полезно, если хотите ознакомиться с каким-то проектом и решить, стоит ли тратить на него деньги. Еще благодаря SharePlay можно помочь другу одолеть сложный участок. Не получается завалить монстра в Bloodborne, придется взять топор в свои руки и показать класс. Вы следите за новинками и не пропускаете громкие проекты, значит, подписка на PlayStation Plus непременно вам пригодится. В первую неделю после релиза многие игры продаются здесь со значительной скидкой, в их числе Firewatch, Soma и многие игры, доступные эксклюзивно в PlayStation Store. А, например, дикий, но симпатичный боевик Far Cry Primal в течение недели после релиза был доступнее на 600 рублей только для подписчиков PlayStation Plus. Да ладно. Очередной плюс подписки – скидки на уже зарекомендовавшие себя хиты. Их предлагают в рамках акции двойные скидки с PlayStation Plus, которые проходят с завидной регулярностью. Также вы наверняка знаете, что в PlayStation Store бывают сезонные распродажи и предложения недели. Например, прямо сейчас «Дожить до рассвета» стало доступнее на 45%, а футбольный симулятор PES 2016 на 55%. Так вот, обладатели PlayStation Plus в случае с PES 2016 экономят дополнительные 10%, а в случае с Batman Рыцарь Аркхема – целых 15%. Возможности PlayStation Plus действуют не только на вышедшие проекты, но и на те, которые находятся в разработке. Если вы оформите подписку, то сможете загрузить уникальные демо-версии гораздо раньше других. Обладатели PlayStation Plus одними из первых начали тестировать новую часть серии Hitman, а также соревновательный режим грядущего хита Uncharted 4 «Путь вора». Итак, вы оформили подписку и поставили на загрузку целый вагон крутых игр, демо-версий и обоев для главного меню, куда уж без них. А теперь вопрос, куда девать сохраненные данные всего этого богатства? Для владельцев PlayStation 4, которые подписаны на PlayStation Plus, это уже не вопрос, поскольку у них есть облачные хранилища на целых 10 гигабайт. Даже на этом выгода PlayStation Plus не заканчивается, ведь подписчики будут регулярно получать бонусы от видеосервиса Окко. Каждый, кто загрузит приложение Окко Фильмы HD из PlayStation Store, получит доступ к огромной библиотеке сериалов и фильмов, в том числе новинок кинопроката. Владельцам PlayStation Plus мы дарили подписку на сериалы из каталога Амедиатека. Дальше приятных сюрпризов будет еще больше. Не стоит также забывать про нашу официальную группу ВКонтакте, где для подписчиков PlayStation Plus проходят регулярные конкурсы с мега-призами. Рекомендуем подписаться, чтобы следить за новостями. PlayStation Network вас ждет целый мир развлечений, а подписка на PlayStation Plus сделает пребывание здесь еще приятнее. Оцените ее возможности прямо сейчас, ведь за пробные 2 недели оплата не взимается. Игра стоит свеч. Для тех, кто играет.